Первая мировая. Великая война. В 1916 году театр военных действий союзников на Ближнем Востоке раскинулся от Османской империи до Месопотамии, Аравийского полуострова и Палестины. На Итальянском фронте главными событиями стали пятая битва при Изонце, а также австро-венгерское наступление на Трентино, имевшее целью разбить арьергард итальянской армии. Несмотря на заявленный нейтралитет Греции, союзники обвинили ее в помощи центральным державам. Экспедиционные силы изгнали греческого короля Константина I и учредили в Салониках временное правительство, которое немедленно объявило войну Германии. Тем не менее, король сохранил власть в Афинах, что привело страну на грань гражданской войны и вынудило союзные армии к блокаде. Успехи германцев на Восточном фронте, где им удалось вытеснить русские войска из Пруссии, Польши и Галиции, придавали этому участку фронта особое значение, поскольку здесь немцы рассчитывали довести дело до окончательной победы. ...1916 год стал годом великих битв. Большие наступления. Первого января 1916 года великий шериф Мекки подписал с Великобританией соглашение о начале антиосманского восстания в Хиджазе на территории современной Саудовской Аравии в обмен на британскую помощь. В то время в Хиджазе правили турки. Британское командование отправило на восток советником шерифа валийского полковника Томаса Эдварда Лоуренса, который вскоре станет известен как Лоуренс Аравийский. Он принял активное участие в Великом арабском восстании. Ему удалось собрать единую армию из разрозненных бедуинских племен и повести их против турок. По окончании войны этот легендарный персонаж выступал в поддержку арабов о предоставлении им независимости, однако это противоречило интересам великих держав. Он оставил свою биографию потомкам в виде книги «Семь столпов мудрости». Скончался он в 1935 году в Дорсете, разбившись на своем мотоцикле. В первые недели 16 года британский флот впервые с успехом применил глубоководные мины против германских подводных лодок. В то же время удачно продвигалась морская кампания против турок. Британцы смогли потопить половину турецкого торгового флота. Западный фронт. Призыв британского военного министра лорда Китченера записываться в ряды армии продолжал действовать. В начале 16 года британский экспедиционный корпус был пополнен 6 новыми армиями. Общее число солдат в 10 раз превысило первоначальные цифры.
Теперь британскую армию составляли 70 дивизий, из которых 24 были недавно сформированы и ожидали приказа идти в бой. Недавно назначенный верховный главнокомандующий британскими экспедиционными силами сэр Дуглас Хейк и французский главнокомандующий генерал Жозеф Жоффр совместно спланировали наступательную операцию на реке Сомме. Однако у германцев были свои планы. В последующие месяцы обе стороны вступят в самую кровавую схватку за все истекшее время войны. Немцы рассчитывали вовлечь Францию в грандиозные сражения, которые в итоге вынудят их к капитуляции. Битва за Верден, или Верденская мясорубка, как ее назвали впоследствии, родилась из письма начальника германского генштаба Эриха фон Фалькенхайна кайзеру Вильгельму II в канун Рождества 1915 года. В этом письме Фалькенхайн утверждал, что ключ к победе в войне лежит не на Восточном фронте, а на Западном. Он располагал информацией, что недовольство населения вскоре вызовет в Российской империи революцию, что вынудит Россию выйти из войны. Он приводил доводы, что если Франция будет побеждена, это заставит Британию искать мира с Германией, или, по меньшей мере, вызовет у британцев мысли о возможном поражении. Фалькенхайн заявлял, что Великобритания является движущей силой союзников в войне с Германией и что ее следует максимально ограничить в действиях. В соответствии с этим он порекомендовал усилить атаки подводного флота на торговые корабли, идущие в Британию, чтобы создать морскую блокаду. Все это, как он надеялся, совместно с поражением Франции, положит конец военным действиям на Западном фронте. Кайзер последовал совету Фалькенхайна и отдал приказ о более агрессивных действиях подводного флота, несмотря даже на то, что это увеличивало риск вовлечения в войну Соединенных Штатов. Он также согласился с тем, что следует выбрать для наступления один из важнейших французских объектов. И 12 февраля 1916 года германские войска окружили город-крепость Верден. Такое смещение главного направления удара с Восточного фронта на Западный вызвало серьезное недовольство Пауля фон Гинденбурга. Он не без оснований полагал, что изменение стратегии лишит германцев шанса полностью разбить русскую армию. Решение бросить все силы германской атаки на Верден казалось неоднозначным. В первые недели войны французы утратили веру в надежность крепостей как оборонительного средства, и в этом смысле значимость Вердена была уж не такой высокой. Однако Верден был для французов символом несгибаемого духа. Эта крепость возвышалась на границе Франции еще с римских времен, и ее название на кельтском означало «крепкий, мощный форт». В 1792 году ее завоевали пруссы, однако она была отбита французами вскоре после образования Первой республики. Во время франко-прусской войны 1870 года Верден был последней крепостью, которая пала после трехмесячной осады. После этого стены форта были дополнительно укреплены для отражения последующих атак. По плану Фалькенхайна следовало подвергнуть Верден массированному артобстрелу, чтобы привлечь основные силы французской армии, а затем, изнурив тяжелыми потерями, вынудить их сдаться. Французские защитники крепости должны были, по выражению Фалькенхайна, истечь кровью.
То, что Верден находился на линии фронта, давало германцам дополнительные преимущества, поскольку его можно было атаковать с трех сторон. Осада Вердена была поручена 5-й германской армии под командованием кронпринца Вильгельма. Он предложил начать атаку одновременно на правом и левом берегах Мааса, однако осторожный Фалькенхайн отверг этот план, опасаясь слишком больших потерь. Вместо этого он отдал приказ разворачивать наступление на восточном берегу. Изначально атака планировалась на 12 февраля. Однако из-за плохой погоды ее перенесли на 21-е. О начале германского наступления известила канонада 1300 орудий, не смолкавшая на протяжении 20 часов. Вместе с обычными снарядами рвались и газовые бомбы. 6000 человек в составе штурмовых групп, усиленных гранатометчиками, пулеметами и огнеметами, а также 145 тысяч солдат 5-й армии пошли в наступление по 12-километровому участку фронта севернее Вердена. Узнав о намерениях германцев, французский главнокомандующий Жоффр срочно запросил подкрепление у 2-й армии. Тем временем глава Верденского гарнизона, подполковник Эмиль Дриан, безуспешно пытался укрепить систему траншей вокруг крепости. Дриан подготовился к атаке, разместив 2 батальона, одним из которых командовал он сам, на самых выгодных позициях у восточного берега реки Маас. Он также организовал путь снабжения по узкому шоссе Верден Бар-Ле-Дюк, который французы впоследствии прозвали «Священная дорога». Это шоссе часто становилось мишенью для германской артиллерии, и специально собранные ремонтные бригады трудились, не покладая рук, чтобы как можно быстрее восстановить дорожное полотно. 100 Каждый час на Верден обрушивалось 100 тысяч снарядов. Кронпринц Вильгельм рассчитывал уничтожить большую часть защитников крепости прежде, чем туда войдет его пехота. После первого дня работы артиллерии в крепость была послана группа разведчиков. Они вернулись с донесением, что половина французского гарнизона по-прежнему стоит на месте. Изумленный таким отчаянным сопротивлением, кронпринц Вильгельм приказал возобновить артобстрел. На исходе первых суток германские войска смогли захватить лишь первую линию окопов, намного меньше, чем ожидалось. Однако сам Дриан погиб в бою, и оба его батальона были разбиты. Кронпринц Вильгельм приказал отвести пехоту, чтобы начать новый массированный артобстрел крепости. Однако это лишило его шанса воспользоваться смятением французских войск. В итоге французы смогли перестроиться и укрепить свои позиции вдоль реки. Верден оставался в руках французов. Те, кому повезло уцелеть, отправили донесение французскому командованию, где сообщалось о гибели Дриана и тяжелых потерях. «24 февраля германские войска захватили вторую линию французских окопов и вынудили противника отступить на 8 километров. Тем не менее, 2 других форта, Во и Доумон, продолжали держать оборону. Несмотря на то, что присланная в подкрепление французская дивизия была почти уничтожена германским артиллерийским огнем». Форт Доумон пал на следующий день.
Это сильно подорвало боевой дух войск, еще сражавшихся за Верден. Однако весь французский народ был уверен, Верден не должен пасть. Французский главнокомандующий Жоффр издал специальный приказ о военно-полевом суде над всеми военачальниками, кто уступит территорию врагу. Он освободил от должности генерала Лангля де Кари, отвечавшего за оборону Вердена, поскольку тот решил отвести войска из долины Бёвр и с восточного берега Мааса. На место Лангля де Кари Жоффр назначил генерала Анри Филиппа Петена, талантливого военачальника, который на протяжении своей армейской карьеры был убежденным противником девиза «атаковать любой ценой». По его мнению, это был путь к катастрофе. Он был одним из немногих командиров, допускавших, что оборонительная методика развивается быстрее наступательной. Приняв под командование войска, он дал обещание не пустить врага дальше и приказал своим солдатам цепляться за каждую пядь земли. Он усилил боевые части и модернизировал защитную тактику. Он поднял боевой дух французских воинов ныне известными словами «они не пройдут». Также он улучшил систему снабжения и разработал новый порядок прибытия пополнений. Петен понимал, что оборона Вердена возможна лишь дорогой ценой из-за особенностей окружающего ландшафта. Тем не менее, он был намерен причинить как можно больший ущерб врагу. Ради этого он реорганизовал артиллерию, подчинив ее лично себе. Кроме всего прочего, он обезопасил пути подвоза продовольствия и боеприпасов и, воззвав к традиционной отваге французов, вселил в своих солдат победный дух. Это было особенно необходимо, поскольку ранняя оттепель превратила поля боев в трясину. У деревни Во юный капитан Шарль де Голь получил ранение и был захвачен в плен немцами, которые возобновили свое наступление к северу от Вердена. Они стремились захватить высоты 304 и Морт-Ом на левом берегу реки. Французские войска сопротивлялись их продвижению. До конца месяца кронпринц Вильгельм провел несколько атак против французских частей, прибывавших с подкреплением, и постоянно обстреливал крепость. Из 330 полков французской армии 259 находились под Верденом. Третье большое германское наступление началось 9 апреля по обеим сторонам холмов к северо-западу от Вердена. И вновь французские войска вросли в землю по призыву Петена. «Будьте смельчаками, мы одолеем их». 1 мая, в тот самый день, когда танцовщица голландского происхождения Маргаретта Зелле, больше известная под именем Мата Хари, была объявлена немецкой шпионкой, генерал Петен был назначен командующим группой армии «Центр». Под Верденом его сменил генерал Робер Нивель, сторонник агрессивной наступательной тактики, который считал, что лучший способ защитить город – это массированный удар по германской линии. 29 мая солдаты кайзера взяли, наконец, высоту Морт-Ом, а 7 июня, после жестоких боев, пал форт Во. Во стоял на восточном берегу реки Маас и с самых первых дней битвы за Верден находился под непрерывным артобстрелом. Но когда закончились запасы пресной воды, лежавший в руинах город отстоять было уже невозможно. После взятия Во, кронпринц Вильгельм был так восхищен стойкостью французских солдат, что вручил командиру гарнизона, майору Рейналю, шпагу за храбрость.
17 мая 1916 года президент США Вудро Вильсон, желая обозначить свою позицию после нескольких призывов к миру, заявил, что Соединенные Штаты, возможно, вступят в войну с намерением играть основную роль в урегулировании соглашений по окончании конфликта. Германия оставила эти предупреждения без внимания. Воодушевленные успехами УВО, германские войска в конце июня едва не прорвали фронт у форта Сувиль, всего в нескольких шагах от своей желанной цели — крепости Верден. На этом этапе немцы вновь сделали шаг вперед в химической войне. Они впервые применили газ фосген, который при вдыхании преобразуется в соляную кислоту и разрушает легкие. Жоффр обратился к британскому командованию с настоятельной просьбой провести крупную наступательную операцию на другом участке Западного фронта, чтобы разделить немецкие силы и отвлечь их от Вердена. Однако в итоге в роли спасителей выступили русские, совершив брусиловский прорыв, который вынудил германцев срочно перебросить 15 дивизий из-под Вердена на Восточный фронт. Не одержав сколько-нибудь значимой победы на Западе и понеся большие потери, Фалькенхайн утратил доверие кайзера и вскоре был смещен со своего поста. Новым главой германского генштаба был назначен Пауль фон Гинденбург. Гинденбург и его главный советник и заместитель генерал Людендорф полагали, что не стоит удерживать позиции под Верденом, учитывая, что британцы пошли в наступление на реке Сомме. Это произошло 24 июня 1916 года. Требовалась новая стратегия на обоих фронтах, поскольку войска союзников чувствовали себя уверенно и на Западе, и на Востоке. Ютландия. В 1916 году новым командующим германским флотом открытого моря стал адмирал Рейнхард Шейер. Он был ярым сторонником наступательных операций и, полагаясь на безопасность своих шифров, планировал новый ряд атак на британское побережье. Зная, что британский Гранд-флит стоит в гавани Скапа-Флоу на севере Шотландии, Шейер был уверен, что у него хватит времени совершить обстрел портов и отвести суда, не ввязываясь в бой. Однако британским радистам удалось перехватить и расшифровать его сообщение, и таким образом известить о его планах британское командование. Шейеру сообщили, что эскадра линейных крейсеров адмирала Битти находится в доках залива Фёрд оф Форт, и в последние майские дни 16 года Шейер вышел со своей базы, рассчитывая выманить в море часть британского флота и уничтожить его. В авангарде шла эскадра крейсеров адмирала Хиппера. Его задачей было, завидев корабли Битти, развернуться и увлечь вражескую эскадру за собой под пушки германского флота. Однако адмирал Шейер не учел, что более 150 кораблей Королевского флота под командованием адмирала Джеллико прикрывают арьергард эскадры Битти в Северном море. У берегов датского полуострова Ютландия британский и германский флот вступили в сражение, подобному которому не знала история. Для высоких чинов из британского адмиралтейства это был случай, который выпадает единственный раз за всю жизнь.
Простые британцы также ожидали разгромной победы после предыдущих малоубедительных столкновений с неприятелем. 31 мая 1916 года оба флота сошлись в водах Северного моря. Катализатором боя стал датский торговый пароход. Когда два германских эсминца подплыли, чтобы осмотреть пароход, они обнаружили, что находятся в зоне досягаемости британской артиллерии. Германская эскадра повернула на юго-восток по направлению к своему флоту, однако Битти приказал пуститься в погоню. Британские корабли шли прямо против солнца, в то время как германские скрылись в тумане и повели оттуда стрельбу. Крейсер Indefatigable получил повреждения и после мощного взрыва скрылся под водой. Вскоре после этого линейный крейсер Queen Mary попал под залп вражеских орудий и быстро затонул, унеся с собой на дно 1200 человек команды. Флагман Битти, линкор Lion, тоже был обстрелян германской эскадрой и получил несколько пробоин. Чтобы увести свои корабли от основных сил немцев, Битти приказал развернуться на север и плыть в направлении эскадры адмирала Джеллика, который уже выслал навстречу Битти три линейных крейсера, чтобы прикрыть его отступление. В результате этих маневров корабли адмирала Хиппера оказались прямо перед английской эскадрой. На них обрушился град огня, и три крейсера — Люцов, Висбаден и Пилау — были подбиты. Адмирал Джеллико приказал дать полный ход, надеясь захватить врасплох вражеские корабли и в генеральном сражении уничтожить весь германский флот. Вскоре морской бой полыхал на всем 15-километровом участке фронта. Головной крейсер эскадры адмирала Худа, Invisible, затонул после прямого попадания германского снаряда. Адмирал Шейер, предвидя плохой исход для своего флота, решился на отступление. Адмирал Джеллико в ответ послал ему наперерез свою эскадру. Немцы попытались прикрыть отход своих основных сил в сгущающихся сумерках, задействовав торпедные катера и эсминцы. При отступлении флотилия Шейера потеряла 4 крейсера и 2 эсминца, однако германцы избежали разгрома. Ночи опасения торпедной атаки положили конец ютландскому сражению. Потери британцев составили 14 кораблей и 6100 человек, в то время как немцы лишились всего 11 кораблей и 2500 моряков. Когда адмиралу Битти сообщили о потерях, он в ярости воскликнул: «Кажется, сегодня что-то не так с нашими проклятыми кораблями». Формально Германия объявила о своей победе в связи со значительными потерями английского флота. Однако тяжело вооруженные британские крейсеры причинили серьезные повреждения большинству германских кораблей. В июне 1916 года Джеллико смог рапортовать, что Королевский флот вновь готов к военным действиям. Основные силы германского флота стояли на рейде, пока производились ремонтные работы. 18 августа 1916 года при новой попытке обстрелять порт Сандерленд в Восточной Англии германцы потеряли крейсер «Вестфален». Однако в то же время германские подводные лодки потопили торпедами британские «Ноттингем» и «Фалмоут». Обе стороны предпочли отвести свои корабли.
Остатки германского флота до конца войны простояли в гаванях, избегая нового столкновения с британскими эскадрами. Отныне германская война на море велась силами подводного флота. В Великобритании также не случилось общенационального праздника. Величайшая морская победа со времен Трафальгара так и не состоялась. После многочисленных дебатов и расследований виновным в неудаче Королевского флота признали адмирала Джеллико. Его перевели на должность первого лорда адмиралтейства, а командующим флотом стал Битти. Западный фронт. В начале сентября Гинденбург обнародовал свои намерения по постройке линии укреплений вдоль 40-километрового участка фронта. Он назвал свой план «Глубокая оборона». «24 октября французские войска отбили форт Доумон, а 2 ноября пришел черед форта Во. После небольшой паузы генерал Робер Нивель объявил общее наступление, чтобы вернуть территории, захваченные немцами в начале Верденского сражения. Подсчитано, что потери французов в битве при Вердене составили 350 тысяч человек. Германцы потеряли 334 тысячи. Единственным явным результатом этой битвы стал невосполнимый ущерб, понесенный обеими армиями. Ни стратегической, ни тактической выгоды никто из воюющих сторон не получил. Однако намерение немцев сокрушить французскую армию так и не осуществилось. Большое франко-британское наступление на участке вдоль реки Сома было спланировано в конце 1915 года французским и британским главнокомандующими на межсоюзнической конференции в Шантильи. Идея Жоффре состояла в том, чтобы вовлечь немцев в войну на истощение, а затем уже вторым этапом, истребив резервы противника, повести наступательные действия. Хейк, напротив, склонялся к открытой атаке по полям Фландрии. В этой операции британские солдаты составляли основную ударную силу. Несмотря на то, что изначально Жоффр и Хейк спланировали в основном задействовать на Сомме французскую армию. Однако большие потери в битве при Вердене обескровили французов, и тяжесть наступления легла на плечи британцев. Хейк принял на себя ответственность за подготовку и проведение операции, однако подробные консультации с генералом Генри Роулинсоном, командующим 4-й английской армией, которой отводилась главная роль в наступлении, вызвали ухудшение его отношений с Жоффром. Еще в первые недели войны немцы заняли холмы вокруг Сомы. В плохо поддающейся известняковой почве они вырыли глубокие траншеи и построили прочные бункеры. Имея достаточное количество боеприпасов, они были готовы выдержать долгую осаду, одновременно защищая свои коммуникации в тылу. Тщательно рассредоточенные огневые точки с пулеметами покрывали каждый участок земли. Перед окопами находились ряды проволочных заграждений и минные поля. Британцы и французы полагали, что на Соме будет легко осуществить прорыв, и 24 июня наступление началось. Ему предшествовал 8-дневный мощный артобстрел из 2000 орудий. Союзники надеялись, что массированная бомбардировка разрушит защитные укрепления немцев и проложит путь британской пехоте.
По подземным линиям связи офицеры-наблюдатели вели корректировку артиллерийского огня во время битвы. После проведенной артподготовки войска южного крыла армии Роулинсона, находившиеся в центральной зоне атаки, получили приказ пройти вперед и закрепиться на позициях. Британские солдаты пошли в бой с тяжелым грузом боеприпасов. Тем временем на севере оставшаяся часть 4-й армии и 3-й армии генерала Алленби пытались продвинуться вперед при поддержке кавалерии, чтобы разорвать цепь германских войск. Хейк, сам в прошлом кавалерист, был уверен, что решающий удар должны наносить именно эти войска. Далее к югу планировалось наступление французской 6-й армии. Они должны были пойти в атаку одновременно с британскими соединениями. В этой операции было задействовано 27 дивизий, 750 тысяч человек, из которых 80% составляли британские экспедиционные силы. В лежащих перед ними окопах их поджидали 16 дивизий 2-й германской армии генерала Белова. Шансы атакующих выглядели предпочтительнее. Все они были уверены, что первый же этап сражения, ныне известный как битва при Альбере, завершится оглушительным успехом. Однако артподготовка не смогла разрушить оборонительные позиции немцев, защищенные рядами колючей проволоки, и тем более бетонные блиндажи, выстроенные с таким тщанием. Боеприпасы, находившиеся в распоряжении британцев, большей частью были негодными. Многие снаряды не стреляли. И по сей день местные фермеры ежегодно выкапывают на своих полях по нескольку тонн железа, которое так и осталось бесполезным. Под градом артиллерийского и минометного огня немцы укрылись в глубоких подземных убежищах и вышли на поверхность лишь когда обстрел прекратился. Заговорили германские пулеметы, кося ряды наступающей союзной пехоты. Наступление началось в 7:30 утра 1 июля. 17 подземных мин было взорвано под германскими траншеями. Одна из них сработала на 10 минут раньше установленного срока, и это предупредило германцев о готовящейся атаке. Первая волна наступления прошла по позициям на возвышенности близ Гамикура, на французском левом фланге к югу от Монтабана. Это не стало неожиданностью для германской армии, которая ожидала подобного маневра. Рассчитывавшие на слабое сопротивление, британские солдаты, шедшие в бой с полными ранцами, оказались под перекрестным пулеметным огнем. Тяжелые потери поставили крест на попытке британцев прорвать первый ряд проволочных заграждений и разрушить германские блиндажи. Французские войска смогли добиться большого успеха на южном участке фронта, в частности, благодаря тому, что у них артподготовка началась непосредственно перед атакой, и это позволило застать немцев врасплох. Помимо прочего, фон Фалькенхайн по-прежнему считал, что французы не примут участие в наступлении из-за больших потерь под Верденом. Выступая небольшими отрядами, как они это делали под Верденом, французские войска смогли выполнить большинство поставленных целей.
Несмотря на крупные потери британцев, 58 тысяч человек, из них 19 тысяч убитыми против 8 тысяч у немцев, Хейг настаивал на продолжении наступления в ближайшие дни. Союзникам удалось немного продвинуться вперед, однако большинство атак было отбито. Срочно перебросив войска из-под Вердена, германское командование удвоило свои силы на Соме. 19 июля 1916 года германская оборона дрогнула, и британцы, пойдя на штурм, смогли захватить города Лангеваль и Базентен. 23 июля австралийские, британские и новозеландские войска возобновили наступление, выиграв битву при Позьере к северо-востоку от Альбера, города, который также оказался в руках союзников спустя пару дней. 1 августа, после месяца боев, потери составляли уже 160 тысяч в британской армии и 170 тысяч в германской. Наступательный удар свелся к боям местного значения. В первые дни сентября 10-я французская армия присоединилась к атаке с юга на 18-километровом участке фронта. Тем временем британцы возобновили наступление и захватили город Жилмонт. Однако на высоте от Форе, высокий лес, им не удалось добиться успеха. После двухмесячного сражения союзникам удалось разрушить вторую линию германских оборонительных укреплений, что предполагалось сделать в самые первые дни боев на Сомме. 15 сентября 1916 года британские войска начали сражение у деревень Флёр и Курслет. Впервые на военную арену выступили танки, вызвав панику врага. Разработка нового оружия велась в строжайшей тайне. Танки везли на фронт под видом топливных цистерн, откуда и взялось их английское название. Из 50 танков в битве приняли участие всего 24 из-за механических проблем. Первые танки были неповоротливыми, тихоходными и имели небольшую дальность стрельбы. Помимо шока, который они вызывали у неприятеля, их роль в сражении была невелика. Тем временем войска Роулинсона смогли преодолеть последние рубежи германской обороны на своем участке, а французская 6-я армия пыталась пойти в прорыв на правом фланге британцев. Канадцы вели бои в северо-восточной части шоссе Альбер-Бапом. Им пришлось оставить позади свои 7 танков, чтобы захватить деревню Курслет. Чуть далее, к югу, шотландская 15-я дивизия при поддержке одного танка взяла город Мартен-Пюиш. Сентября 17 сентября будущий лучший ас-истребитель Первой мировой войны Манфред фон Рихтгофен одержал свою первую победу. Всего их будет 80. Хейг возобновил атаки и при поддержке ударной группы из 13 танков вскоре смог взять город Тьепваль, однако его продвижение было слишком медленным. В октябре Жофр обратился к Хейгу с просьбой продолжить наступление. Французские войска в это же время шли в атаку под Верденом, отвоевывая утраченные территории, и Жофр не хотел, чтобы германцы, воспользовавшись затишьем на Соме, перебросили войска обратно к Вердену. «13 ноября вновь сформированная британская 5-я армия пошла в наступление у реки Анкар, в результате чего ей удалось захватить крепость Бомон.
28 октября Освальд Бёльке, один из лучших германских летчиков, погиб в случайном столкновении с другим самолетом. Несмотря на хотя и медленный, но неуклонный прогресс, 18 ноября британцы были вынуждены прекратить наступление из-за усталости и плохой погоды. В целом, с начала операции французы и британцы продвинулись на 10 километров, заплатив за это огромную цену в человеческих жизнях. Британские потери составили примерно 420 тысяч человек, в том числе множество приятельских батальонов. Французы потеряли более 200 тысяч. Потери немцев составили 500 тысяч. Действия сэра Дугласа Хейга в битве на Сомме были и остаются предметом ожесточенных споров. Его противники утверждают, что избранная им стратегия была плохо продумана. Однако из-за своего упрямства он продолжал ее придерживаться, не прислушиваясь к советам. Другие, напротив, полагают, что его тактика была спасительной для французов, которым было нужно отвлечь внимание и силы немцев в сражении под Верденом. Битва на Анкре положила конец сражению на Сомме. Британцы не смогли добиться всех поставленных целей. В коллективном сознании британцев битва на Сомме навсегда осталась синонимом бессмысленной бойни. В первых числах мая началось наступление в Трентино на северном побережье Италии. Это была первая австро-венгерская атака против итальянцев. Операция требовала тщательной подготовки, и наступление было развернуто на 13-километровом участке фронта. Австро-венгерские войска под командованием эрцгерцога Евгения сломили сопротивление итальянцев под началом генерала Брузатти. Однако гористый ландшафт задержал их наступление, что позволило итальянцам перегруппировать силы. Молниеносно оценив ситуацию, итальянский главнокомандующий Луиджи Кадорно приказал перебросить 500 000 солдат из района Изонца на Трентинское направление. В то же время Кадорно обратился с просьбой к союзникам в России начать наступление на Австро-Венгрию на Восточном фронте. Восточный фронт. Прорыв, получивший имя генерала Алексея Алексеевича Брусилова, начался 4 июня 1916 года, за месяц до того, как британцы и французы пошли в наступление на Сомме. Обе эти операции замышлялись в том числе и для того, чтобы ослабить напряжение при Вердене. В разработке плана, помимо генерала Брусилова, принимал участие и верховный главнокомандующий, царь Николай II. Несмотря на то, что австро-венгерские войска превосходили по численности русские, а также на глубоко эшелонированную, считавшуюся неприступной оборону австрийцев, русская артиллерия числом в 2000 орудий сделала свое дело. Прорыв был осуществлен сразу на 13 участках, от Пинска до Черновцов. За два дня боев австро-венгры потеряли 130 тысяч солдат и офицеров. Русский паровой каток продолжал идти вперед, и к августу Брусилов захватил в плен более 350 тысяч германцев и австро-венгров, а также большое количество орудий и боеприпасов обеих армий. Русские за время кампании потеряли 600 тысяч человек.
К сентябрю русские войска отодвинули австро-венгерский фронт на 65 километров в глубину, а количество пленных достигло 500 000. Однако, в конце концов, новые германские войска, прибывающие с запада, остановили продвижение русских. Атаки на города Ковель и Львов оказались безуспешными. Действия русских на Восточном фронте вынудили Румынию присоединиться к союзникам, и в августе румынские войска начали крупномасштабное наступление в Трансильвании, принадлежавшей тогда Австро-Венгрии. Однако вскоре Австро-Венгры при поддержке болгарских и турецких солдат смогли нанести контрудар. А в ноябре они вступили в Румынию, получив доступ к ее громадным нефтяным ресурсам. Германский генерал Эрих фон Фалькенхайн не был дезинформирован, когда говорил о непопулярности войны и массовых волнениях, которые она вызывает в России. В российскую армию было призвано почти 15 миллионов человек, что легло тяжким бременем на многие семьи. Помимо этого, чтобы справиться с огромными военными расходами, царское правительство было вынуждено ввести непомерные налоги. В стране свирепствовала безработица, а недостаток пищевых продуктов привел к резкому скачку цен. Император Николай II правил как самодержец в стране с преимущественно сельскохозяйственным укладом. Основная часть земли находилась в руках представителей высшего сословия, а крестьянство и беднота страдали от немыслимых поборов. Экономическое и политическое положение России напоминало ситуацию после русско-японской войны 1905 года, которая завершилась революцией. Война, нехватка продовольствия, высокие налоги и безработица привели к повсеместному голоду. Голод же создал в стране революционную ситуацию. «29 декабря 1916 года в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге был убит Григорий Распутин, близкий друг семьи российского императора и императрицы Александры Федоровны. Заговорщики из числа аристократов застрелили Распутина и бросили его тело в Неву. Юродивый старец, как его называли, имел огромное влияние на царскую семью и на правительство, пока император вел войну. Придворные интриги и первые ростки борьбы с самодержавием привели к его падению. Объявленный Соединенными Штатами нейтралитет позволял президенту Вудро Вильсону пытаться провести переговоры с воюющими сторонами в поиске мирного соглашения. Германия благосклонно отнеслась к попыткам мирного урегулирования, однако Великобритания начисто отвергла такую возможность, придерживаясь противоположной позиции. Надежды на мир в Европе вновь рассеялись, как дым. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Red Media».